Optimus Prime. Yeah, I remember talking about love with a girl. Now I head up on the other side of the world. Never thought that you could grow apart this hard. Swear, mommy, you're my first love. Peace gameplay. Ахрень, я еще и поворачиваю. А где симулятор мытья рук? Поели, попили? Пора ехать на работу. Сумку с собой вперед. Ты напугал меня. Да, придурок, зачем ты так делаешь? Номер 11. Я вас понял, офицер. К северу к твоей вышке. Опасные леса в той стороне, приятель. Рысь и медведи. Плохие дела. А чё, по лесу меня полчаса не заставит идти? Ну ладно. За пожарами или чем-то необычным? За чем-то необычным мы любим наблюдать. А вон вышка, кстати, походу, 12-я. Так, обзор на хату, давайте, смотри. Значит, у нас есть микроволновка, самое важное. Микроволновка у нас есть. Холодос. Фигает. Еда. Фул холодос. В The Long Dark играть не придется. Духовочка. Вау, три плиты. Окей. Airdrop. Каждое воскресенье, понял. Гасить нельзя, хорошо. System password. А, Iron Bark и номер башни. Окей, легко. Rainbow 98. С первого раза не могу ввести пароль, простите, ребят. Слава тебе, Господи. New guy. Haven't gotten your name yet. What is it again? I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11 alive again. I'm Connor, Fire Tower 12. An experienced comrade. I can see why Mitch picked you. You got a fire going? А, поставить печь, ну да, смешно. О, Господи. Все, не подожги только. Зато тепло. Да, прям так мгновенно. Такой тренинг. Welcome to Iron Bark State Park. О, Господи, это не арена. Это Джек Септикай? Похоже так-то.
visible all of the time. So also keep watch for smoke. Smoke looks like this. The campers might start a campfire, which could lead to a wildfire. They will not always listen to authority, so take precaution when escorting them. Я понял, я возьму ружье. If you see smoke, don't joke. Call the authorities and notify them of the predicament immediately. Мне дали ачивку Top of the Morning. Где моя эта пентифлюшка? Она тут была где-то. Вот она. И сюда. Восемнашка. Господи. А, вот она. Сколько вышек здесь? 15. На 13 никого, на 4 никого. Класс. Охренеть. Вот это я понимаю, игра. Так, лад. Мы тут консоль. Работать собрались, а не играть. Или 26. Да, лучше сразу. С крыши не спускайся. Главное, правильная гидрация. Достаточно. А то, что внизу свет горит, это нормально? Так, мне кажется, ты не должен был это видеть. Нормально, блин. Но он не пошел в твою сторону с ножом, так что все нормально. Пришел. Попалил меня, значит. Нормально. Вкусная горячая вода. Hey guy, you copy? This is Connor from Tower 12. You copy? You have eyes on the smoke north of your position. Ты сразу где севера поделись. People like that don't bother to clean up after themselves. Fire risks are high this season. Mind checking it out? Stay safe out there. Возьми свой спрей от медведя в виде дробовика и иди. Зажигалки нет, твою мать. Будем огнем на ходу высекать. Хрень, уже ночь. А ты присядь лучше. Присядь, смотри. Весельницу играли, правда. Прикинь. Жалко, ты взял спрей от медведя, а не бинокль. Жаль, что я взял спрей, а не дробовик. Ну да. Можно взять? Ну иди туда. Их больше, чем один. Просто этот кустовый свистун очень... Это медведь, просто... Он свалил. Я понял, он в Assassin's Creed играл. По закрытой тропе, блин, ходят. Орел тут, блядь, вообще конченый. Да, на вышку возвращался уже бегом, да? Да, на спидах просто. И он тут тоже свистит. Я слышу свистуна. Он реально в Assassin's Creed играет. За мной дикий свистун пустили. А, черт. А, наверное, рано еще просто. Ой-ой-ой.
Нормуль половины нет. Теперь можно и вкусняшку приготовить, да? Первого понадобится. Это мне тогда не нужно, грубо. И соус? Есть. А-а-а. А обратно нельзя уже. Ага, прям так. А вилку-то забыл. Вкусненько, вкусненько. Все остальное иди. Ты можешь положить все остальное, а что остальное не надо? Подтопить печь решил. Главное, чтоб свистун на мои дрова не напал. Он все еще тут свистит, дурень. Может, он понял, что ты не ребенок, и решил... Я не знаю. Он не ребенок, мне интересно. Если слышишь свист, иди, иди на него. Свистуй в ответ. Опять писать. Алло! Ну, было, в принципе, логично, что это произойдет сейчас. Так, а чем нам от клоуна обороняться? Ебу, было немного насрать. Нужно под кровать лезть. Лучше оборона, это оборона. Лезть под кровать. Красиво. Alright, here's what we'll do. I'll send someone to check in on you tomorrow. Just lock your door, take a deep breath, and try to get some rest. Можно закрыть? We can't do much in the dark. Я не могу ее закрыть! У меня нету замка! Lock your door. Блин, а чё они такие грязные, да? Пальцем. Прям внутрь засунул. Мы же не пойдем туда, нет. Я не хочу. А он. Вот это прикольно. I need help. Please, someone answer. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Он должен пойти на вот тут он был. Право. Да-да-да, он вот тут, вот, направо, наверное. I'm going to be honest. I had my suspicions on the left trail, but if you say so... I'm right here! I hear you! I hear your whistles. Это не я. What? I see you behind the trees to my right. Это не я. Я слышу свист. Не-не, это не я. Бегите, бегите. Бери спрей. Спрей, 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 спрей. Когда-нибудь-то пригодится. Распылил. Это он. Либо. Дробовик, надеюсь, ты принес, мужик. Блин, ты так говоришь, будто ты, блин, знаешь. Господи, спаси, сохрани. Как будто он. Угу. Спасибо за припасы. 2001 год уже произошел. Придурок. Напугал меня, блин, что-то для разбился. А, его уже убили. Блин, жалко пацана, конечно. Может, мы тупые? А, П, паркинг. Мы реально его не в ту сторону отправили. Проще. Это запад. Маньяков тоже кормить надо, иначе они на тебя позарятся. Вот как этот. А то, видишь, декорации мне устроил.
А мог бы убить. Это считается за один или за ноль? Один, наверное. Нет. Нам везет. Понимаешь? Ему нравится число 11, ты не понимаешь. Ну, давай поспим. Круто. Я был очень голоден. А, хорошо, нужно, давай поедим. Нужно поесть лазанью. Да, приправить забыл. Хорошо. Нет, только не снова. Знаешь, что это как в четвертом резиденте будет домик забавный. О. Рук. В 9 часов вечера. Вы так подкрадываетесь-то, а? Ты говоришь, как культист, другалечек? 9, 1, 8, 7, 6. Почему он так сказал? Пошел свистеть. И вот реально он так медленно идет прямо в кусты. Прямо через дерево. Ой. Ой. Да с Кеверсом только что разговаривал. Не-не-не-не-не. Нафиг, 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 нафиг. Все, в жопу, в жопу, в жопу. Спать, все, спать. We got another one. I know it's late, but you're gonna want to see this one, Jack. And now I'm seeing this. I'm seeing more smoke to my west. Looks like we got another camper. Так посмотри, что там веселого. Красиво. Это человек. Ну да. Ну тот самый челик. Единственное, что имело смысла, это зафиксировать доказательства. А, щит. Беги под кроватку. Ах, нет. Во, да-да-да. Открой дверь, беги под кроватку. Возьми свою дверь. Под кроватку! Великий под кроватус. Выруби, выруби, выруби. Ладно, и берется, чувак, потому что он за углом где-то спрятался. Я же слышу, как он дышит. Во. Прям на шифтах. Просто шифтуй сюда, да-да-да. Пока. Ушел, ушел, ушел. Прошел. У меня золотая медаль, пока того ты меня не догонишь. Да. А мне, блин, уши промыли. Блин, а где он? И еще вариант. Ну тут проходишь и сразу в него струя. Вдруг сработает. Не, не сработает. Блин, а где он? Моя машина, моя приватная территория, ты понял? Закрой дверь! Я уезжаю! Миленько, миленькая игра.
Да, Джексептикай. Пипец. Я промахнул. Получили все 5 из 5 достижений. А, that's where I belong.